Здравствуйте, любители моих волос, а также фанаты моих фриков тиммейтов. Сегодня мы записываем для вас видео Undercover Challenge DX Racer. И мы будем отвечать на ваши комментарии на YouTube. Волосы нельзя трогать. Никак. Я понял, допиши туда. Как тут запятую ставить? Да блин, она не меняется. Ладно, я без запятых буду писать. Говнидзе, у человека никнейм Говнидзе, что ему можно вообще ответить? Блин, друзья, спасибо за такой опупевший гайд. Я реально стал сильнее, теперь теперь падаю в Capital на Хрен-Сити, блин. Лео говорит, да не за что. Именно так и попадают в Гамбит. Просто он в Гамбитах теперь. Не за что Гамбит. Люди, это жесть, играть вам еще рано. Я смотрел и плакал. Неужели в Нави не нашли игроков лучше? Или вы за еду работаете? Сука. Следующий. Турик, играешь вместо меня. Я договорился с лысым. И только попробуй слиться, чмо. Нормально? Да. Дизлайк. Лучше бы заменили импульса. Сидит, щелкает лимцом на всех играх. Ну, в принципе, я был капитаном в финстрайках. Ну, может быть, импульсы на очереди. Так и напишу. Гейминг, и этим все сказано. Ответить. Во-первых, осуждаю. Во-вторых... Наконец-то взяли кого-то похожего на кибератлета, а то одни супермодели в команде. Я напишу спасибо. Это, кстати, реально очень приятно. Во-вторых, это называется тимплей. Да и точку не буду ставить лишний раз. По факту тут сказано, ничего не сможет мне ответить. За кик по КМК отписываюсь от всех ваших ресурсов. Я отписываюсь от твоего ресурса. Паша Дартан. О, куда поставить еще один лайк? Подпишись на мой инстаграм, и там и поставь. А ссылку на инстаграм надо. Как у меня инстаграм называется? Клавзи. Сколько Z, сколько U. Так, все, готово. Ну, хз, ПКМК был похож на бывшую, можно было иногда и передернуть. Ну, вообще-то у нас есть Никита для этого. Парни, спасибо вам большое за такую игру. Мне уже 30 лет, я давно не смотрю чемпионаты киберспортивные, но именно ваша игра, игра команды 7-8-9, вновь погрузила меня в те времена, когда я сам катал чемпы. Вы отлично сыграли, вы заработали кучу опыта, и на новых чемпионатах сможете играть еще лучше. Но насчет новых чемпионатов я не уверен. Но, блин, большое спасибо. Это реально очень приятно. А почему все на Pro-лиге всегда играют именно на Рейф, Роботе и Ватсон? Это что-то, какой-то стандарт или просто имба? Ну, мета меняется, баланс персонажей меняется. Сейчас, например, вообще совсем другая мета. То есть сейчас играется через Гибралтара, Ватсона и Рейв. Но Рейв, в принципе, всегда в пике, потому что, ну, набор способностей просто реально имба. Last Moment шикарен, тоже очень интересный комментарий. Last Moment, там их, во-первых, два. Там, где импульс не мог забраться на дом, и Last Moment, где я пою. И вот хочется уточнить и переспросить человека, какой же Last Moment, где я пою или где импульс залазит. Егор Медведев, уточни, пожалуйста, какой... Именно. Я что, зря занимался вокалом, когда мне было 13? С PKMK веселее было. Блин, друг, но я постараюсь потренироваться. Кого вообще в Нави берут? Я отвечаю на этот вопрос. Мы кикнули PKMK, потому что решили взять пример с других более... успешных, да ёпта, как писать, составов Нави и заменили его на доброго пухлячка. А мужик реально разложил все по полочкам, и я реально понял, как играть в эту игру, и уже апнул хищника. Вот так ребята и становятся киберспортсменами. Ставлю класс. 36 лайков собрал. Собрал еще и мой лайк. Лучшие моменты с импульсом Леха я не буду открывать, потому что они не лучшие. Почему Фузи поставил такую цветовую гамму? Этот вопрос часто возникает у меня на стриме, отвечу. Просто так нравится. Что, верное решение, класс Квейк помер, к сожалению. Квейк, он как любимая мать, всегда будет жив в сердцах игроков. Мне Квадрат рассказал, что ты уходишь в доту. Если это так, я обижен. Да, мы приехали сейчас тренироваться на буткемп, чтобы подготовиться к квалам. На мажор по доте, но мы не успели зарегистрироваться, поэтому мы пока что еще остаемся в Апексе. Так много я писать не буду, напишу, это правда. Это правда, не обижайся, пожалуйста. Что-то вы слабо кабины наваливаете. Мужик, ну мы постараемся получше, ради тебя. А вон, Нави и винт засос года, следующий кик малышки.
переведи на русский. Переведи на белорусский. Нормально будет? Нет, просто переведи на белорусский. Тут не о чем будет пока говорить. Yellow Snow. Здорово, молодые бивни. Лучшее приветствие, которое я слышал. Это лучший комментарий, который я читал. Нави, мы гордимся всеми нашими игроками. Фузи, 70% видео. Ну, в принципе, как и Гибралтар, на 70% больше всех остальных. Нави, как обычно, самые крутые в игре и самые скучные в стримах. Организация Нави, сделайте нарезку лучших моментов. Это с юмором вообще плохо. У тебя плохо. Семен Вадимович. Сижу, пержу один в Апексе, уже платину набил. Как попасть в Нави? Мужик, ну для начала тебе нужно сделать челлендж солов до Предатора, как сделал Кирюха. Клавс действительно сильный игрок. Уверен, что в перспективе он будет выдавать отличные результаты. Это, получается, прошло уже 7 месяцев с этого комментария. А я до сих пор во всем этом не уверен. Спасибо, что посмотрели ролик Нави Апекс. Подписывайтесь на канал, и вы будете видеть еще больше роликов со мной и с моими кентами. Я вот заметил, в основном киберспорт какие-то дебилы, в основном сидят, не могут банальные предложения составить. Undercover. Сейчас я буду записывать, но я как бы... Так. Здравствуйте, дорогие любители моих волос, а также двух фриков, тиммейтов моих. Сегодня мы записываем для вас Undercover... моих фриков тиммейтов. Любители моих волос, а также сегодня мы записываем для вас Undercover... Челлендж, Undercover Challenge Dex Racer. Какой челлендж? Undercover челлендж. Не могут банальные предложения составить. Эти ребята образованные, музыкальная школа, спорт, туда-сюда. В общем, с элитные ребятишки. Ну, как бы, успешный человек должен быть успешным во всем.